Озеро Гейгёль необычно и уникально. Оно имеет дату рождения – 17 сентября 1138 года. Совсем как человек. В этот год сильное землетрясение, произошедшее в Гяндже, разрушило значительную часть горы Кяпяс. В результате образовалось множество озер – не 7, 19 – и множество ключей, ручьев, речек. Самые крупные из озер – Маралгёль, Гарагёль, Зелегёль, Ордакгёль, Гюзгюгёль, Шамильгёль. И среди них, как бесценный бриллиант в ожерелье природных украшений, голубое озеро – Гёйгёль. Миллионы лет Кяпяс и Ахсу провели рядом друг с другом. Он в туманной вышине небес, она среди каменных ущелий у самого подножья великана. Миллионы лет длилось ожидание встречи, пока однажды не задрожала земля под ногами великана. Затряслись его каменные стены руки и в одно мгновение взлетели в небо. А потом с ужасающей силой устремились вниз, в глубокое ущелье испуганной Ахсу. Так в один день родились 7 горных красавиц. Одна краше другой. И среди них самая прекрасная – Гёйгёль.